Саня, я не сумму него. Он говорил, на одного босса зайдет. Ю, как там, блядь? Ю-ке, блядь, выговорить не буду. Конскьюрит, да убьем этого Левиафана без него что-то. Здорово, пацаны все. Через после одного босса. Говорил, на 10 минут это ж. Сейчас аспектную ШП только. Всем привет. Здорово. Готово. Запусти их. Все ответы тут. Я чувствую это. Мне в холики идти потом. Мотоцикл. Кто тебе нужен? А Мелики вчера была 25-ка, били вроде нормально. Ну она что-то давно не собирает, там с кнутов это Халиси собирают уже третий или четвертый, или КД. Посадки, кстати. Да не, мне вообще так-то по барабану, у меня сейчас времени просто. Кто-то разрушитель ко мне. И хопка на пассажирская, если пойдешь лучше. Мотоцикле есть. Тут фул. Примитив. Ты я рыбал. Короче, слышишь, я что хотел спросить. Помнишь, Славик, делали слезы в гильдии, по-моему, и у нас, и по-моему, у нас рейд в одну звезду заходил. Или это я с пугами так делал? Ой, в одну черную дыру. Не помнишь ты такого? Ну, я ходил, одну тоже. Да, да, да. Типа смотри, я вчера людям говорил, чтобы как ты, ну, помнишь, мы с тобой спорили, типа появляются 4 черные дыры, вот, и закрываются 3 созвездиями, 3 черные дыры, остается одна. Вот, и типа весь рейд, короче, идет в одну черную дыру. Айгер, не пей ты лишний трэш, зачем ты делаешь? Я понимаю, да, они вчера спорили со мной, что типа если весь рейд в одну черную дыру будет заходить, то она будет закрываться. Я, короче, блять, я орнул, не стал с ними спорить, такой говорю, вы типа гоните, мы говорим, гильдии, блять, тестировали не один раз и в десятке, и в 25-ке. Они мне обратно утверждают, мы, говорит, гильдии, типа кнутами или с кем они там ходили, тестировали, типа у нас закрывается так. Типа когда весь рейд в одну черную дыру заходит, блять, вот я готов с кем угодно поспорить, что не закрывается черная дыра, если весь рейд зайдет. Даже в десятке. Созвездие. Но, кстати, была такая хуйня, что если сильно много прыгает в дыру, она не хочет в нее заходить. Она как бы стоит, но, блядь, у нее сложно зайти. Там как-то через время. Ну да, есть такой момент, но смотри, это как фиксится. Поверь, лучше будет пусть одна черная дыра, чем танки или кто-то случайно сагрит на себя созвездие. Смотри. Нет, я с тобой согласен, тут как бы спору нет.
Просто видите, в чем фишка? Я же это на каждом трае Алгалона говорил. Чтобы вас в дыру стопроцентно засосало, вы должны зайти в центр черной дыры и хаотично из стороны в сторону бегать влево-вправо. Да, да, так. Да. Прям быстро-быстро-быстро-быстро, и вас 100% засосет. Ну о чем ты говоришь? Ты вроде тактику людям объясняешь, а они все равно видят, звезда близко летит к миликам, они все равно хуярят. Так вот, короче, слышишь, вчера прикол был, у нас вчера похожая история была, когда мы первый раз сделали гильдии слезы в 25-ке. Я, короче, вчера ходил с Халиси. Я зашел с ШПшкой и разбивал, короче, звезды, ну и параллельно еще и ролил. И нас, короче, было 18 человек, подчеркиваю это слово, и было 4 хила. Даже, по-моему, Холи Паладина не было. И, короче, у нас сдох один челик на 14. Яйка, вылазь, тогда стой, не есть. Саня, извините, что перебью тебя. Саня, у тебя прыгай как-то... в этот. Нормально. Прыгай в этот хрень. Блять, вчера задержка была, опять сегодня 15 нафиг. Что за хуйня? На лече просто кадры слайд-шоу было. А и с провайдером, значит, проблемки небольшие. Может, я работаю... Короче... Ну да, все правильно. Да, вы маяк пропустили, развернитесь, помогите мне. Я, кстати, учел этот момент, и на самом деле вообще легко стало прям звезды подбивать. Короче, что за хуйня, что у меня скиллы не юзаются, мы с Ягером пересели с места на место и теперь. Бля, походу забагалось, ну. Выход, блять, просто в главном меню, я обычно так делаю. Подождите, не агрите, не говорю трэш, сейчас я сяду к ним в тачку, разбагаю. Спылы, говоришь, не юзаются? Да, ребят, мне надо срочно по работе шаман. Да, шаман. Извините. Где никого нет, так можно сначала добрать. Вон там пока-то играет. Ну короче, смотрите, пацаны, я просто что вам хочу сказать. Алгалон в 25-ке убивается, блять, в 14 человек. У нас было вчера 14 человек плюс 4 хила, мы били 18 кил. И мы, блять, почти слезы сделали. Это там, короче, реально. Это наоборот, наверное, даже лучше, когда меньше людей, которые, блять, не слайкают. Да, конечно. Вот у нас было вчера 18 ебальников, короче, которые 100% не заслакают. Ну, если будет только интернет. И все, и вообще четко было, блядь, никто не умер. Единственное, только танк проебался. Пятый стак, короче, собрал и провалился, нахуй. И у нас двоих человек он шопнул. Я ЕПКБ нахуй вырублю, может, из него лагает. Это такое? ЕПКБ. Так что... Да, я и говорю, вообще изи, блядь. Чё мы можем зайти? Макгрегор, едь к Трисси, слышишь? Ты умеешь колчеданы стакать? Подъезжай ко мне, я пересяду, блядь. Ягерь, ты тут еще? Ты где? Едь к разрушителю, алло. Пацаны, у меня в разрушителе место свободное есть. А Грегор? Вы водитель? Вот тут сюда, есть чё-то. Меточка. Да не к меточке, блядь. Вот, разрушитель стоит правей. За мобом. Ага, все вижу. Че, давай шкаф поставлю.
Это... Шкафчик ставлю. 15. Плать в этот разрушитель, что ты бегаешь. Вы скиллы юзаются? Да. Все нормально. Босса я починил, там нормально все. Лайт режим, чё, два разрушителя убьём, главное не дохнуть, и всё. Тыкните на сумку. Убивается, блядь, в одного разрушителя, если... Конечно, даже хэм там, по-моему, можно сделать. Два разрушителя и с одной осадкой изи. Так, пацаны, мне в разрушителе нужен кто-то один. Либо на подбор, либо на стакать, вообще пофигу. Саня, жмук, у тебя демон или кто? Демон, демон. Да. Все у нас. А, подожди. Сманул я его раз два. Сани еще тоже сманул. Хаба, это ты? Ага, в рукаван зашла. И кто-то другой. Грегор, ну поехали, чё мы стоим, бля, я не могу понять. Давай, залазь, разрушитель, всё, и поехали. Марк. А, я не тот мотоцикл взял, понятно. Надеюсь, все в машинах все расселись? У меня какого-то хера в него бросил, и чё в ногу? Нет. У кого в высотке места есть пульбик? Если ты видел, что сейчас произошло, ты поржал, наверное. Блять, ну куда ты залазишь? Dream Team, вылези из тачки, нажми там красное это. Все, похильте его. Не залазь пока никуда. Стой. Берегитесь, к вам что-то приближается. Хаба, ты в РК разговариваешь? Нет, ты машину какую-то везешь? Я на осадке еду. Ну все отлично. Dream Team, к нему туда залезешь. Чоппер, садись. Чоппер, садись, слышишь, дремти. Все, и сиди, да, пассажиром, во. Не путь его, подожди, сейчас приедет. А пусть уже сидит в чоппере, мы и так зальем. Вот смотрите, Макгрегор, кто с Макгрегором сидит? Колчедана очень много вот сзади, видите, там 3-4 штуки. Вот у портала очень много. Вот сюда босса ведите.
каком будет метка сейчас. Смотрите, где колчедан, и прямо на него ведите, чтобы мы за ним ехали и попутно собирали. Трэш снайпер. Чувак. Или залить большого. Что большого предоставить? Как-то тормозит мне, по-моему, чуть-чуть. Ой, это... Садка забагал. Смотри, у нас Ф1, а это... Показывает ХП... Прям, короче. Должно быть два. Да не надо починиться. Вы шмот не меняйте, когда залазите туда-сюда, потому что ХП осадки от вашего ГС зависит. Починитесь на этом. На починке. Я намер... Короче, это позволено. Саня, жмук тут? Да-да-да, здорово. Трися тоже тут, да, здорово. Здорово. О, его и тут даже, короче. Этот, елда, это матюгальное слово или нет? Опять забанили. 300 минут за елду мне дали, все. Ну, типа, матюк, да, считается, блядь. Ну, по ихним правилам. Елка, а как, ну, типа, ничего писать, членяк или как мне написать? Ладно, давайте. Пенис, пиши, пенис точно не этот. Да, я написал в чат, типа, елда, как у коня, и мне 300 минут дали, все. Куда ты поехал? Я не могу понять, что ты делаешь вообще. Кто, я? Там курнул что-то или что? Поехали к нему, чё ты... Подъедь поближе к колчедану, норка. Слева колчедан. Во, ближе подъезжай. На цифру 2 стакай колчедан. На босса. Всё, не подъезжай так близко. Ниже колчедану подъедь, норка, колчедану подъедь. Давай в босса стреляй, стаки ими не профукивай, стреляй в босса давай. А ну сейчас умрет он, блин. Блять, на мотоцикл он что ли пользоваться не умеет? И докрыла. Сейчас я в холика спекну. О, опять эту бэшку забрал. В прошлый раз ее продал за 1.5 косаря вроде. Я каски раздам, а этот ретрик добавку пускай даст. Залей ману мне. Добрый день.
Да, сердцеед надо сделать, мне нужен хэм на роботе. Лайм, слышишь? Не растрепает всем, какая ты в постели зая. Он пьяный, не обращай внимания. Да какой пьяный, Саня, еще не пьяный. Эй, лапу, ой. Просто тащусь от Войда. Мой хуй с твоей губой, Славик, да? А тут есть два адекватных пацана. Тут есть Трися, который меня понимает, потому что он обычно... Я его перенес. Геру дай. Нара нет, кончился походу. Да поставь ты обычный лут. Будем ты что-то разроливать полгода, блядь. Пока дебаф висит, пойдем робота лучше убьем в хэме, а потом через портал сюда прыгнем, тут же есть портал. Хэм делаем, убываем. Еще 2 минуты, минута до прожимок. Они всю дорогу засасывают. Пошли. Ха-ха!
Ай, таких заебанных хочу. Урон можешь получать. А сейчас как затянул? Вроде на меня ловушка бесела и затянул шамана и ШП. Вроде далеко находились. Блин, надо дон отрубать. Пиздец, это шоу, как вчера на лище. Гигантская кузня. Вот блин. Не, подождите, я думаю, что это невозможно. Бой. На базар ничего. Ну тут все интересно, да. Тут на каждом боссе практически есть нормальные ачивы, достаточно интересные, которые, ну, делать достаточно надо не слабо. Кроме первого вот этого квартала, ну, кроме хламобот. Той же Фрей куча ачив. Не знаю, мне йог больше пока по ССУ. Все равно какая-то. Как в ковш попасть? Рандом. Ладно, там рандом. Я не помню, как эта щука называется. У меня вроде она есть. Нет. Купить печку вроде. Которые любят погорячее, по-моему. Или как-то так, да. А, это не есть. Сгорание пукана. А нету этой щуки, надо запрыгнуть как-то.
закалит оружие, которым был завоеван этот мир. Да поглотит вас пламя преисполнёт войны Железного Тигеля. Да свершится воля Творца. И когда он начинает оттягивать? Я пока не могу использовать эту способность. Нужно больше ярости. Недостаточно. Чувак, меня хватали. Да ёбана в рот. Как это работает? Одного и того же. Не, ну это, блядь, вы прикалываетесь, блядь, три раза подряд. Ну, плечи надо там. Попал справа, если что, не забывайте. Вот. Конечно, убьем. Пойду покурю быстренько, блин, передрет. Там забыл. Если будет сложно, говори. Thank you.
Господи, ноги розлому. А то сейчас станет неприятно буду. Убейте мелких, пожалуйста, вот этого ремонтника. Он станет танком. Все, молодцы. Теперь розлом бить. Ты живой зашел на линию на каунт, да? У неё 70 стаков руды сараниковой на линии. 70 стаков. У тебя там стака 3 вроде бы лежит. Пилок демон есть, может за него поиграть. Не, здесь. Лог демон. Что там, лог, прив, друид, паладин, шаман. Что-то есть. Подожди, Петек. Верно. Не, подожди. Блядь. Как мы кросс на таргет написать, что-то я не понял. Фокус на... А, вот, все, разобрался. Че, мы хэм режим делаем? Сейчас, секунду. Буквально еще 15 секунд и все, можно будет начинать. Все, я сделал. Сейчас лужа пропадет и потом будет зеленая метка, зеленая лужа. Сейчас вот будет. Расшифруйте вот это! Я могу использовать эту способность.
Бегай, 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 сейчас умрешь. Железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребятки. Клягу я только использовал. Лоу. Лут просят разролить. Ключ с 25 и 10 открываем. У меня есть доступ. По мне пройти. Сейчас руку надо. Седдору надо с 25-ки ачил. Вечно у него проблемы. Так он тоже, мы как делаем бессмертие шатницу или рукастого, его нету, блядь. Как он приходит, у нас один или кто-нибудь умирает, короче. Один короче, Войд, слышишь это? Надо дойти минуты на 3, там объясни, пока там кто не знает, может, если что делать будет. Похилься там пока бы один.
Здравствуйте. У нас 2 недели было жарко, сейчас похолодание. А сколько давить, плиз? На сами нами. Давай зерганем, а мне единственный ачив остался до протодракона. Да-да-да. Ладно, вопрос. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Нужно больше. Вы зря сюда заявились. Сейчас. Надо подождать. Сейчас. Колесо? Или стопнуть нельзя. Ера, 14 секунд, ты чё? Потому что ты знал. На себя защитника. Быстрее, быстрее. Да. Ну ладно, чё, щит боешный выпал? Ну-ка. Слишком далеко. Слишком далеко.
ХМ. Сугробы становись. Я сейчас ГП Филиппу начи. Так, вот с обычкой, наверное, не пойду, сделаю себе макароны под пост. Вообще ничего сегодня не ел.